На 56-летнего вора в законе Владимира Жураковского, известного в криминальных кругах как Пухлый, и его ровесника Хизира Акбулатова по кличке Пузырь завели уголовные дела о лидерстве в преступном мире в соответствии с новой антиворовской статьей. Об этом в пятницу сообщило агентство Prime Crime. По его данным, в настоящий момент оба криминальных авторитета находятся на территории Турции. 10 февраля также сообщалось, что 38-летнего вора в законе Дмитрия Чентурию, Мирон, могут взять под государственную защиту после того, как он заявил о вымогательстве у него взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Для воровского мира стал беспрецедентным факт сотрудничества криминального авторитета высшего уровня в изобличении коррупционеров. Мирону, официально признавшему себя потерпевшим от действий сотрудников полиции, которые вымогали у него крупные суммы денег, предстоит стать на суде свидетелем обвинения.